Всем привет, с вами Classic Bike. У нас сегодня такое необычное видео, потому что это вроде бы проект и не проект, потому что я буду собирать обычный простой сити байк в том понимании, как я это представляю. Это не будет тот Ашан, который вы купили в супермаркете, или МТБ, который вам посоветовали купить в веломагазине для города Горник. Я вообще просто не понимаю, зачем. Его я буду собирать для моего хорошего друга, который попросил собрать ему недорогой простой велосипед. Он будет выглядеть как фикс, но при этом у него будет свободный ход, как у сингл-спида. Но при этом у него будет больше одной передачи. Вы скажете, здесь ничего сложного нет, и вы будете правы, потому что я возьму обычную раму с горизонтальными дроп-аутами, пускай это будет по типу трековая рама, и колесо с планетарной втулкой, и все, я это соединю, и получится то, что надо. Планетарную втулку. Здесь все легко и просто, особенно с трехскоростной. Если у вас все правильно настроено, при включении второй передачи в этом вот окошке маячок желтенький стоит по центру этих меток. Ну а если он не по центру, с помощью вот этих гаек настраивайте. Что вот так вот, это очень легко и просто настроить, в 1000 раз легче, чем переключатели. Тем более их еще и 2 штуки. Короче, как-то так, продолжаем дальше нашу сборку. Для тех, кто не знает, как одеть грипсы, очень легко и просто. Берем или моющее средство, или подсолнечное масло. Тут немножко смазываем. Смотрите, как влетаю просто. Вот видите, уже почти одел. Все. Сейчас второй байк готов, останется цепь смазать, и можно отдавать другу. Мне очень нравится, что у меня получилось. Крутой городской велосипед, как я и хотел. Простой, стильный, красивый. Я думаю, моему дружищу понравится очень. Мне также на нем понравилось ездить. Очень устойчив из-за того, что райзер очень широкий. Также прикольно, трещотка все время трещит. Чем-то напоминает BMX. Хочется привстать и на педалях все время ехать. На этом все. Всем, кому понравился данный проект, ставим палец вверх. Подписываемся на канал, кто у нас впервые. С вами был Андрей. Всем удачи и пока!